На Рублевке есть гостиница. Это гостиница, в которой номер стоит 40 тысяч рублей в сутки. Попробую вам объяснить. Это Рублевка. Здесь живут люди с семьями. Для рублевских любовниц. Я себе не могу представить какого-нибудь другого человека, кроме рублевской любовницы, кто будет тут жить. Серьезно. Я не могу представить человека, который приехал на, не знаю, на конференцию агрономов на ВДНХ и думает, не лупанут ли мне замкат, а? Пожить за 40 там сутки. Нет, у них вся конференция стоит 35 тысяч рублей. А рядом с этим отелем находится ЗАГС. На Рублевке есть ЗАГС. Все, кто живет на Рублевке, женятся в Европе, на озере Кома.